Всем трем и доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я! Да уж. Ну что, Darkest Dungeon. Напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент. Извиняюсь за свое сопение. Продолжаем. Решил сходить на 12-фунтовую пушку, потому что у меня упрямо не среди героев не выпадает... Ну, висталка, то есть я никак не могу найти висталочку, чтобы ее прокачать. Тут одна, точнее, здесь есть, кстати, да, вот одна есть, но она сейчас лечится. Все еще, что у тебя там? Хотя, в принципе... Вот ее уже можно будет начать прокачивать. Но там буквально только что отличился, это я, если что, вот тут небольшой группой, вот этих вот товарищей сходил... Сходил на задание 6-го уровня, ну, чтобы кое-кого качнуть и так далее. Здесь потихоньку собираю народ, вроде так собрал неплохую кучку, надо будет еще сюда добавить эту висталочку. Нет, из них же. Ну, не буду я морочиться с ними. Из них же соберу висталку. О, не подвисай. В общем, их интересуют кристаллы, да? Да нет, ладно, подожду, пока у них тоже висталка появится, и отправлю. В принципе, тут набор такой. Первый край, первая позиция, вторая позиция. Ой, после четвертая. Это, наверное, второй. И висталка, как, и висталка на третью позицию. Пожалуй, не так и будет. Что-то подвисает на вот этом дилиженсе, я не понимаю, в чем дело. Ну ладно. Так, значит, команда у нас, да, тут улучшение, это душевный подъем, значит, тут такие вещи я набрал. Антистрессы. Тут, к сожалению, вот у некоторых красные штуки есть, которые я не обратил внимания, ну ладно, это мы потом подлечим. Так, мы идем к пушке, да. Или к плоти пойти. Да не, пойдем, я же к пушке собрался. Пошли к пушке. Так... Этот у нас уже, по-моему, на тяге. Да, поэтому сейчас что делаем? Во-первых, берем жертву побольше. Все, какая есть. Так, лопаты 4 штуки. Вот это. Факелов. Да все берем. Так, попить ему, да? Ну, 3 штучки возьмем. Что еще взять? Вселялочки. Целебные травы. Антияд. Давайте целебные травы еще цапнем. Пушай будут. И пошли. Слухи о моих еретических выходках разожгли в черний гнев, и люди перешли к агрессивным действиям. Мунтажские настроения достигли такого накала, что даже щедрая сумма, предложенная мной полицейскому начальству, была отвергнута. Бедняк. Стремясь упрочить свою власть, я нанял не слишком щепетильных головорезов, привыкших пускать в ход грубую силу. Эти наемники с безжалостными глазами привезли с собой и кое-какое военное снаряжение. Ой, блин. А теперь это военное снаряжение ползает по лесам, да и всех уничтожает. Сраться можно так. 9, 12. Ага, так, 8, 7. Что-то их вообще. Так, 30, 43, 38. Ну да-да, ты у нас. Сейчас начнется. Ой, какая жопа. Как думаете, тут или тут? Блин, пеники, ели вареники. Пошли сюда, пошли на, ну, пойдемте туда. Сейчас начнется драка. И тут же выпьем крови. Здесь как будто кров. В смысле? Начинается, блин. Хотим мы стоять. Это хорошо, что застали врасплох. И почему ты первый?
Скорость 12. Твою мать, у тебя... Офигеть. 10 уже нажалник. Плюс 2 скорости... И чё? Даже 12. Скорость 9. Твою налево, а? Ладно, бухай. Слышь, давай, иди в атаку, воплощение ярости. Ну, слышь, что-то ярость твоя не очень воплотилась, я тебе скажу. Да ты, вы чё, блин, ну вот именно в него... Пожалуйста, добей эту тварь, я тебя очень прошу. Понимаешь, очень надо. Прям пипец как надо. Могла бы критануть. Фу. Дважды фу. Ну, в смысле, им фу, а ты красотка, ты просто... Вау. Огонь. Красавчик. Вот это зарядил, так зарядил. На полтинничек. Так, что у тебя там? Their formation is broken. Maintain the offensive. А что у тебя с ядом? 80, да, да нет, давайте. Хотя, что уж там. Просто кинжалы метать. Ничего не выдумывая. Кританешь? Не захотел. Ай, ну что ж ты так-то, а? Это и можно? Нет, это... Вообще-то это тоже можно, кстати. 6, 11, 7, 14. Добивай! Так, вопер. Убери, пожалуйста, субтитры. Мешает, блин. И покушать. А пусть выпьет. Так, 370-750. Да, давайте вот так, пожалуй, сделаем. Угу. Может, что интересное будет? A fortune waiting to be spent. Ах, хрена лысого, да? Да нет, сюда-то мы идем за, так сказать, победой над боссом, а не за шматьем. Вот где-нибудь здесь бы бахнула разведка сразу на все. Посмотрим. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Пошли. Наверняка профессионалы даже этой игры, задрот этой игры, даже знают, в каких локациях какие камни чаще попадаются. Ну, типа, что здесь изумруд вообще смысла нет собирать, допустим. Не удивлюсь, что и такая статистика тоже есть. А может и нет. Кто его знает? Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Может и есть. А может и нет. Ну, здравствуй, хрен мордастый. Могла бы и критануть. Добей, а? Нет, не добьет. Ну, заднего надо. Че тут си... Нет, заднего. Continue the onslaught. Destroy them all. Мимо. Красавица. Чип. Давай, испытай. Impressive. Неплохо. Испытания прошли успешно. Один? Ну ты вообще. Ну да, то есть вот тут разбойница, конечно, немножко уже. Просто надо что-то с ней другое придумывать. Что-то с ней уже надо другое думать. Не хочу этих скрывать. Мы идем к боссу.
А не к этой фигне. Жалко, не кританул. А ты гнида. Активилась, молодец. А ну, выйти из сумрака, дрень. Ну ты смотри. The light, the promise of safety. Хорошо. Ах ты гнида. Воу-воу-воу! Ничего себе! Это худший вариант. Так, хорошо, девчонки вернулись. Давайте вот так. Confidence surges as the enemy crumbles. И вот так. И вот так. Нифига себе зарядил, блин, 17. Молодец. Завалили ублюдка. Вали, тварь. Вот именно сейчас надо было проигнорировать крит, да? Молодец. Молодец. Well struck. Три и хана. Да, сейчас, ну сейчас криту очень нужен. Блин, я обожаю этот рандом. Такой тупняк, блин, а. Критует, когда это нахрен вообще не нужно, блин. О, это прекрасно. Это я не знаю, это. Это просто прекрасно, блин. Крит лечения. Лопата у нас же есть, да? Да, лопата еще есть. Крит лечения на абсолютно здоровых игроков. Криты по противникам, у которых осталось здоровье там буквально на один пух, блин. Только вас не хватало, ублюдки. Класс. Правильно. Пусть уклоняется. Сейчас еще и перезаражает всех мразот. Ну, пожалуйста. Ёлки-палки. Мой первый удар. Уклонился. Его первый удар заразил. Че его оглушит сейчас? Нет, странно. Просто бесит. А. Ну, давай сюда тогда. Хотя бы сбором крови по одним и тем же походу. Хорошо. Всегда бы так. Ну ее не заражай, а. Че так? Человек, человек. Убей с одного удара. Будешь вообще супер человек. Минималку, заметьте, у нее минималка была 18. То есть эта скотина, блин, бахнула. О, хорошо. Так, так, ты. Четыре, да? Или поскольку он там лечит? А, хрен его знает. Так, тут что интересного валяется. Hacks, laden with loot, are often low on supplies. Mm-hmm.
Сойдет. Что там дальше? А, следующая комната. Разведка, разведка, пожалуйста. Есть. И? Твою мать! Ошибся. Ошибся, ошибся, ошибся. Ну, пошли, ладно, сходим, чё. Давай, чё там? Так, все уже тут. Два из четырех красных. Сгорел сарай, горе хата. А это со всей дури. Ну да, куда я пошел? Правильно, нахер. Широкими шагами. Со своими запросами, блин. Надо хоть уклониться. Ладно. Это слегка отыгралось. За всю, так сказать. Вот так. Ого, и тут хорошо. Согласен, удар хороший. Так, ход 7. Давайте вот это добьем. Шесть, 12. Не туда кританул. Только не промахнись. Вообще-то я кровь хотел, ребят. Мне вот эти приглашения ни в хрен не впились. У меня их там хоть под сотню уже, по-моему, блин. Мне кровь была нужна. Чё ты? Я не понял, у него первый ход что ли какой-то? Подождите. Ничего у него нет. Что он первым ходом по всем промахивается, блин? Destroyed. Херня какая-то. Смоешь? Смогла. Success so clearly in view, or is it merely a trick of the light? 14. Я, блин, кровь хотел взять с этих засранцев. Какой дьявол мне это приглашение? Девать их некуда. Ладно. Чё такое пассив? А, у этого-то. Пассивная стадия. А, туплю, сорян. Сейчас тогда будем разорять все эти кровавые сборники. Ну а чё? Раз пошла такая пьянка. Со всей дури. Смогёшь? Смог. Красавчик. А может на максимум? Пошел я в жопу. Понял? Понял, не дурак. Дурак бы не понял. Да ёб твою за ногу! Ну вы чё, блин? Вот обязательно надо промахнуться, а! Сразу, блин. Подготовка пищи. Заблевал, скотина. Могла бы и кританнуть для разнообразия. Да, два крит. Здесь был нужен крит. Уф, как он кританул. Сука, блядь. Да что ж такое, а где кровь вся? Че, прикалываетесь, что ли? Вторую эту долбаную, как эта штука называется? Вторую эту кучу, блин, разваливаю. Вместо крови. Ах, не скажу, что. О, это вовремя. With misintent. Ловушку бы какую-нибудь найти, чтобы разминировать. Немножко мушкетерку бы это привел в порядок, а то ему что-то стрессом многовато. Крит! Тоже сойдет. Молодец. Так, ну вам этот яд до одного места, по-моему, всем, да? Только лучше бахнем со всей дури. Так, 7-14. Вот. Так,
Молодец, как врезал-то, а? Как батя прям. Четыре, восемь, пять, одиннадцать. Дайте все-таки по трупу дуганю. Да, вот я трупу, именно чтобы труп убрать. Эй, ну ты чё, блин? А, ну хотя. Эй, высадили цветочки. Тут сажают, блин. Ты наклонился. Один сопротивился, хорошо. Разорвал. А это крит, а? Ты ведь умеешь, я знаю, ты умеешь. Давай со всей дури. Куда мне пойти? А, понятно. Ладно, я пошел. А, то есть... Понятно. То есть этот мне сказал, куда, а этот, так сказать, да, ну вообще молодцы. Точно. Грибы, видать, понравились. А, мадам, а ты там что сзади стоишь, думаешь? Один. Не, видать, щитоломке очень понравилось грибы выращивать на щите. Как еще иначе это объяснить? Не промахнись. Блин, уже обидно. Синий-то я выкинул. Ну, посмотрим. А, тут не нужен? Ладно, ладно, ладно. Пошли, чё. Куда выходить? Куда-то выходить собрался. А, я на нем все испытал? Какая прелесть. Кровушка, вот, наконец-то. Вот то, что надо. Это у меня тут друзья хотят, могут захотеть поесть. Я не хочу, чтобы они начали есть. Те, кто в команде. Ай, ну вот тебя только не хватало, выблядка. Так. Да. 3, 7, 7, 15. И урон 3. 5 и 3 это 8. Ну нормально. А, не берет, да? Вот так, хорошо. Эта тварь нам не нужна. Эй, могла критануть, полбесина. Трудное заклятие. Quickly the tide turned. Именно сейчас кончился файтер. Ну, ладно, уклонился, красотка. Эх, ну да, я забыл это. Они сейчас как-то. Дайте эти еще сходят, блин. И вот ей тоже, нет? Она не хочет. Ей нравится стрессовать, идите в жопу, блин, да? Это при том, что вот этой мадамы 20 урон. Плюс 20. Да и у этой тоже. Знаете ли. Пипец, он сейчас сдохнет, блин. Алло! Антияд я не взял, да?
Ну это да, логично. Зачем в лес брать яд? Фу, блин, дебил. А, чё так читал? Вон тут что, на него яд накидали. На нее. Ну копай, чё. А, ну давайте рискнем. 125 голды. Усраться можно. А мне лопат-то хватит? Нет, это немножко не то. Вот врезал так врезал. Чтоб ты всегда так била, блин. Сука. Ладно, молодца, уклонился. Сейчас крит был нужен, да. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. In radiance, may we find victory. Яд. Еще и яд наложит. Ну вообще. Отлично. Вообще замечательно. Вот это начало. Ну сейчас этот как каританет сюда. Да? А, ну можно это. Ну. Опять приглашение. Да в жопу висите приглашение, засуньте, блин. Возьмем. Блин, как ты был. A handsome reward. Ну ладно. Кормушки дали. Сколько там? 4 уже, да? Хорошо. Сейчас как только проголодаются. Будет чем их покормить. Что, кстати, долго держится, хочу сказать. Сколько уже времени, да? До сих пор этого. Багряного нету. Так, а, тут разведка ж не нужна. Жертвы бы. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Чего нет, того нет, да? Петь ты. Давай рискнем. Ох, комары, черт. Это очень плохо. Хорошо. А вот это очень хорошо. Айда крит, а? Пожалуйста. Очень надо. Ну, или так тоже. А ты не... Да, вот так. Вообще хорошо. Ну, такое, если честно говоря. Ну, ладно. Так. 8-17. Ну, ты, главное, больше восьмерки выбей. Сука! Да как, блин? Да тут что это такое? Уму непостижимо просто. Я... Да вы чё? О, да что это? Да блин, ну... Это как? Нет, говорит, вот здесь должно быть так. Значит, это не добьет, это промахнется, и он сходит. Хоть криты пошли, блин. Уму непостижимо, просто. Я не знаю, как это работает, а? Ну и ты уж тоже.
Ни приглашения, ни крови. Нахер я вообще с ними связывался, блин. Ёкаламане, а. Просто в харю плюнули, блин. Бесполезный кусок говна. Чё тут заграждений много, да? Стенка, стенка, стенка. Нет, того рекорда, который у меня один раз был, пока еще ни одна карта не побила. Когда стены были чуть ли буквально в каждом проходе, блин. Это что-то, я не знаю, я капитально охренел от такого. Это дерево, это просто дерево, да? А иногда сон, сон это просто сон. Да, иногда банан это просто банан. Знаем, плавали так. Бум. А прикиньте, здесь было написано, что босса нет. Ну а чё? О, вот это тем. Будем что ли их дергать? Не промахивайся, я тебя очень прошу, а? Очень нужен крит. Спасибо. Не промахнись. Фу. Не промахнулся? 6, 12, 8. Нет, она это специально делает. Там один, тут один. Ну ладно, хоть кто-то укрыл. Ну ладно, молодец, молодец. Это... Вообще все замечательно. По красоте, как говорится. Ну, кровь, приглашение. Яд. Антияд штука нужная. Но не сейчас. Ладно, хоть приглашение. Жрачка, жрачка, это хорошо. Ой, блин. Я уж когда он появился, думаю, что за кентавр. А это песик. Залез скелету. В жопу носик. Так. А прикинь, промахнулась. А, могла, да. Не держу. Так. Ага, последняя комната, да? Че, перед ней отдохнем? Правда, есть шанс, что вот к этому змеи приползут. К этой. Да, есть такой гадкий шанс. Рискнем? Давайте попробуем. Вдруг. Так. Топереча. Ну чё ты. Так, разведка. А у тебя что? Лечить кого-то надо? Да вроде нет. Смотри, это прям вообще ничего никому не надо. Так. Нет, давайте-ка мы будем ее... В смысле? Ой, я не то при... Я не то применил. Вот так. Немножко стресса еще осталось. Ух ты, у тебя, говорит, отличная фигура. А, это типа не подбодрили, что ли, я? Ну, с другой стороны, чего и нет. Так, лопат тоже сюда. Сюда. Так. Сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Ладно, пожалуйста, только без кошмаров, я тебя очень прошу. The match is struck. Фу. The blazing star is born. Аллилуйя.
тяга. Хорошо. А вот это как-то прям сопротивляет. То есть, смотрите, смотри, у нее началось, у этого прошло, побыло, закончилось, а это все еще гуляет. Прям это. Вот так. Ай, ну чуть-чуть, блин, а. Так, во-первых. Бам. А, и все. То есть пока тяги нет, бесполезно. Блин, я уж... В общем-то, я хотел проверить нас. Я вроде помнил, что тут какая-то есть подстава, что если у тебя вот багряное проклятие, но без тяги, то эта штука не работает. Но не мог это, что называется, вспомнить. Ну ладно, кровь как бы есть. Ну что, вперед. Фух. Вперед. A marvel of technology. An engine of destruction. А, тут печаль. Нормально. Так, яд, все это не работает, да? Вмазал. Какая, говорит, легкая цель. Красавчики и красавица. Открепил. Уж не промахивайся, пожалуйста, я тебя очень прошу. Бахаем. Топ тысяча. А, один. Ну ладно. Тогда вот так. А, нет. Вот так. По минималке. Ну ты вредина. На, блин, двойной порез. Держи ответку, гнида. Не, мне нравится эта пушка. Она сама, говорю, вот подкрепление вызывает. Не промахнись. Что? Я сейчас непонятно сказал. Это типа она сейчас промахнулась, было бы очень весело. Ах ты гнида. Тише, тише, тише. Че там за ослабление? 4 поклонения. Погоди. Обожди. Не промахивайся. Красавчик. Так. Крит. Ну да, ну да, пошел я нахер. О, хорошо, крит. Ай, блин, а что там? Кровотечение, а у меня же есть. У меня нет... А, у меня бинты есть. Подождите, у меня есть бинты. Так, не промахивайся. Урод. Так, давай-ка ты бахни вот это. Давай бахни вот это. Уф. Красиво. Только пушкаря вызвал.
Что-то странное. Может, какое-то ограничение есть? Давай, вломи как следует. Пушка очень странная. Кстати, важный момент, тоже я не успел сказать. Знаете какой? Я обнаружил, что оказывается, место под артефакты тоже ограничено. Прикиньте, есть лимит количества артефактов, которые может у тебя лежат в сумке. Это просто полный П. Да, вот так. Оказывается, есть такое. Ай, блин. Честно скажу, это выбесило, когда я узнал. Так, давайте тогда... Ну, возьмем эту хрень, эту хрень. Никто травушек не хочет. Травки, так сказать, целебные не желаете? Нет? Ну, ладно, все тогда. Так, а что у нас тут еще? Осталось что-нибудь? Сейчас, секундочку. Ну-ка, дойдем до края. Нет, здесь все. А, отлично. Насчет того, кто самый легкий, ну, как бы пушка, как сказать, в определенных ситуациях достаточно легкая. Потому что, видите, если не дать стрелять, то, в общем-то, ей очень грустно. Пятый. Богобоязненность, расхититель руин, последний вздох, стойкость. Ну, такое себе. Так себе наборчик, честно говоря. Но если пушка шманет, то тогда да. Всем, так сказать, трымай порты, хавайся в бульбу. Так, где у нас эти? Может, хрен с ним, может, еще одного собачника взять? А чё? Или разбойника. Кстати, знаете, наверное, разбойника возьму. По передней-то бить. Угу. Да, пожалуй, вот так вот. Сейчас без записи прогуляюсь, но, ну, потому что... как бы чего там не видели. Пособираю немножко кристаллов. Ладно. На этой, в общем-то, более чем положительной ноте. Сейчас всех их распределю там по лечилкам и так далее. Посмотрю, что у кого, куда, прокачка там, понятно. Все это все будет сделано. И в следующий раз... В следующий раз. У нас осталось только плоть, да? Да. Из обычных осталось... А, 60 у меня. Я что-то думал, под сотню. Ну ладно. Осталось только плоть. Из обычных боссов. Тут жуткая ведьма. Тут... Соблазнительная сирена, где-то здесь же, видимо, пушка. Угу. Ну, из боссов почти все. Кстати, вот чуть заповедник вообще не качается. Что странно, кстати. Ага. Наверное, в следующий раз на нестабильную плоть сходим. Да. Ну, посмотрим. Ладно, это будет в следующий раз. В общем, на этой плюс-минус положительной ноте. Потому что, конечно, команда вернулась с победой, но команда вернулась покусанной. Всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлисты, группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Всех, кто ж до сюда смотрел, обнимаю. Парни хлопают, плечи девочки, муку, щечку. Увидимся в следующей серии Darkest Dungeon. Отвратительная дизморальная игра, которую я пройду. И, кстати, сегодня, когда запустил игру, что-то как-то... Я... Первый ролик, не, ну, когда мультик показывали, я его не смотрел, что ли, особо не обратил внимания. Тут же этот, там, по-моему, Ктулху был нарисован, да? Как я понимаю. Это опять то, что ли, по Лавкрафту? Хотя, может, я и читал об этом. Черт его знает, ладно, пофигу. Какая разница? Ну, Лавкрафт. И чё? Чё от этого изменяется? Меня от этого персонажа меньше бить начинает. Нет. Ладно, как-то так.